Всем привет, с вами Фрия. Сегодня мы вновь вскрываем недельные сундуки. Надеемся на отличный лут и просто лутаем АП. Я чуть-чуть тут сюрпризик некий подготовил. Вскроем две треньки, посмотрим, что упадет. Раз, как не то. И два. Пойдет. Ну и вскрываем сундучок. Это рукавицы сумерек, те рукавицы, которые, может быть, пойдут на ДД-спек, но это не точно. Квартал звезд, ключик весьма хорошенький и классный. А это дело мы просто продаем. Так, идем дальше на... Кого мы там дальше идем? На ДК. Я сегодня некоторые дела делал. Поэтому так поздно вскрытие сундуков, вы уж извините меня. Ну, дела, связанные с будущим анонсом. Вам понравится этот анонс, на самом деле. Итак, поехали. И это запястье. Тот слот, в котором у меня легендарка. Кайф. Но статы хорошие на запястьях, поэтому я ставлю ключик 17-й чаще. Ладно. Пойдет, пойдет. У меня есть осколки. Ну, ладно. Я потом на самом деле подумаю, на что осколки сливать мне. Вот сегодня с рейдика 940-е плечи упали с монетки. Вот. Поэтому стоит задуматься, а нужны ли мне легендарные плечи вообще? Или... Ну, пока что повременить с ними. Окей. Ну, это классно, когда падает тот слот, в котором у тебя легендарка. Заметили, да? На пару упало так, и на ДК так упало. Сейчас на паладина и на друля упадет что-то классное, полезное, радостное и прям незаменимое, мне кажется. Начинаем. Колечко с сокетом. Это мои статы вообще. Я не знаю, но эквип выше и сокет. Так что я одену. Почему бы и нет? Потом надо будет зачарить и сокет вставить. А между прочим, эквип растет. Все растет. Так. Колечко это мы продадим. И как бы все, и остался только друид. Ой, сейчас чихну. Или не чихну. Не знаю. Чихнул. Я предупредил. Так, ну что, поехали. И это поясок. Ну, да, конечно, то есть на паладина, на друля мне упало улучшение. На вара и на ДК мне упали те слоты, в которых у меня в текущий момент легендарки. Я просто возьму вот так вот похлопаю. Идеально. Честно, я доволен лутом, как всегда. Я одеваю твинков, и при этом я не одеваю мейнов. Потому что мейны уже и так одеваются не с эпохальных этих недельных сундуков, а с рейдов или с самих мифик плюсов. Ладно, что же, следующая неделя будет записана в маленько ином стиле. Ну, возможно, в более худшем качестве, но смысл этих сундуков, он будет вечен, и он никогда не потеряется. Вот. Всех вам благ. Счастья там, здоровья, я не знаю, вещи, чтобы хорошие падали, может, там, проковые какие-то, с монеток там, чтобы только токены падали, и что-нибудь еще интересненького. А я посижу пока на аукционном персонаже, что-нибудь поделаю. Легендарок побольше там. Берегите ноги. До скорого.